Кардин Спортклуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Кардин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. В них принимают участие сотрудники, инструкторы и члены Кардин Спортклуба самых разных возрастов. А в минувшие выходные с соревнованиями по акватлону здесь открылся соревновательный сезон 2024 года. Как любители спорта знают, акватлон – это разновидность триатлона, состоящая из трех этапов, включающих в себя два беговых и один плавательный этап. Но когда состязания проходят не на открытой воде, а в бассейне, то акватлон проводится в два этапа – плавание и бег. В прошедших состязаниях участники соревнований должны были проплыть дистанцию 500 метров и пробежать 3 километра. В результате проведенных соревнований в женской программе победу одержала Юлия Морозова. Второе место заняла Анара Баэлиева и замкнула тройку призеров Турсунай Усубалиева. В состязаниях среди мужчин возрастной категории от 18 до 34 лет первенствовал Кайнар Камалов. Второй результат показал Арсен Умурзаков и третье место досталось Адилю Аденову. Среди мужчин в возрасте от 35 до 44 лет на верхнюю ступень пьедестала поднялся Оскар Кулманов. Серебряным призером стал Олег Сиддиков и бронзовой наградой удостоился Кубат Алымкулов. И в категории 45 лет и старше победителем стал Дмитрий Яковлев. В общем, добро пожаловать в Кардин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане.